Самочка прямо вот сюда села. Самочку 100% стрелять-то не буду. А вот самцы неудобно сели, получается, сзади меня сидят. Мне не развернуться просто-напросто. Камеру, конечно, не записали, потому что тоже не повернуться. Камера была направлена в ту сторону. Мы садились прямо взад. Самочка. Со всех сторон походу девушка пьет. Так, самцу ушла. Один самец обошел нас и ушел туда. Самочка тоже за ним пошла. Один там на самом деле.
Ладно. Ну вот, друзья, такая вот получилась охота. Отвлеклась. Сначала отозвалась самочка, самая первая. Мы по дорожке шли, в эту сторону к машине. Манил, сколько ходили по лесу, вообще тишина. И уже прошли, слышим сзади, ну, буквально там недалеко, может, метров так вот, по ощущениям, там 15-20. Начала самочка отзываться. И потом постепенно вдалеке один петушок, второй, третий, и все в кучу собрались. И вот два петушка сразу за нас подлетели, сели сюда вот. Потом самочка вот так вот облетела, и вот сюда вот приземлилась тоже вот. На камеру, скорее всего, тоже попала хорошо. А петушки давай стороной бегать сзади, за спиной. И все, постепенно убежали в ту сторону. Самочка покрутилась и туда убежала тоже. И там они вместе сошлись, улетели туда вниз. Потом прискакала белка, начала здесь прыгать по деревьям, сальто всякие показывать. И все, и, наверное, уже рябчики все внимание сосредоточили на ней, и также обнаружили нас. Была пауза такая продолжительная, потом все-таки начали отзываться, самочка опять же подлетела, села сюда. Самцы, видел, бегали по низу, один другого отогнал, он улетел туда далеко, там вот выруб старый, там сейчас отзывается. Один остался за спиной, и один где-то там вот третий бегает. На выстрел петушки ни один не, ну, вернее, подходили, но так, чтобы можно было стрельнуть, не получалось. Но сейчас маленько посидим, паузу выждем и попробуем дальше манить. Что все-таки получилось нам добыть одного рябчика. Стрельнул. Получается, шли пешком. Один шел оттуда с выруба, и один отсюда откуда-то снизу подымался. Шел-шел с выруба оттуда, с той стороны. Взлетел, сел на ветку, я его добыл. А вот рябчик, который снизу подымался, он почти сюда вот под елки зашел. И после выстрела взлетел, перелетел маленько дальше. Пытался его выцелить, высмотреть. Взглядом-то его вижу, но понимаю, что для выстрела далековато и много веток. Ну, в общем, пытался подманить, рябчик не подлетел, а перелетел туда вот дальше за елочки. Ну все, идем забирать рябчика, которого добыли. Остальные все разлетелись. Летать больше не хотят.
Вот он шряпчик, самец. Всем пока, до новых встреч. Самочка еще пищит.